Современное искусство в подарок. Сегодня в холле Художественного музея Беларуси появятся дизайнерские скамейки от самых творческих активистов Молодежного союза нашей страны. Такая идея в год культуры принадлежит юным белорусам. Они же и воплотили в жизнь творческий замысел. Арт-объекты – символ прошедшего года молодежи и наступившего года культуры. Перед открытием каждый гость смог оставить на подарке свой маленький штрих.